Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале Верблюжий остров. Сегодня мы находимся в такой вот замечательной палатке. Называется Trump Light. Покажу вам место, где мы сегодня ночевали. Погода, конечно, кошмар. Дождь и все эти дела. Не отдыхайте так. И на самом деле прикольно, да? Да, вообще. Если Рома в 4 утра не будил бы нас до 8 часов, было бы идеально, конечно. Я вообще думала, что будет тепло Толкать надо. Да неужели он на камере по этой дороге едет, а? Братан, мы здесь не выскочим. Сейчас надо посмотреть. Посмотри, эта дорога. Поэтому мы спускались, это стопудово. Еще месяца нету даже. Спасибо. Спасибо большое. До свидания. Удачного отдыха вам. Спасибо, вам тоже. А вы откуда вообще? О, мы кто откуда? Я с Питера. Мы с Калмыкии. Вот благодаря этим ребятам мы выехали и следуем дальше. Просто у нее муж, блядь, она мужа любит и уважает. Что, Ром, расскажи вообще об этом препятствии, которое нас
нас ожидало. Мы могли бы здесь остаться? Нет, конечно. А что бы ты сделал? Я бы все бы сделал. Включил бы голову. Потому что машина зверь, водитель ас. Здесь уже другому не дано. Ну просто шедевр. Дорогие друзья, мы на Джумбе. Ой. Ангелина, что, как тебе? Мне отлично. Настюха? Да. Ты мою кепку окончательно отжала? Да нет, я тебе очки за это дарю. А ты мне кепку. Дорогие друзья, понравилось очень. Но такое ощущение, как будто я с Калмыкии не уезжал. Здесь очень много наших земляков. Встречается со всеми, здороваемся, киваем головой друг к другу. Так что вот так вот, едем дальше. Как тебя зовут? Нет, не скажу. А этот купаться здесь можно вот здесь? Нет. Тут нет, но там на берегу можно. Да, тут запрещено. А почему? Мы тут чуть не утонули. Из-за этого как бы... Да. Ну да. А что ты делаешь сейчас? Червя насажу. И что будете делать с рыбой? Котам скормим. А большие ловятся здесь? Да, вот такие примерно. Они умирают. И вот такие. Ну, а то А почему они умирают-то? А потому что хозяин речки их травит, хочет тут новых рыб запустить. Хозяин речки травит? Да. И вот бабарик хочет. Рыба на рыбу всплывает, и тогда очень сильно начинает вонять. Да. А как этот... О, поймал! Ух ты! А ну, покажи. Ух ты! Давай сюда! Положи. Стоять! Куда? Не убежит. Мне надо кричать. Ладно, давайте, пацаны, удачи вам. Надо что-то... Вы на канале Верблюжий остров потом можете увидеться. Ютуб канал Верблюжий остров. Все, давай. Спасибо. Давайте. Александр Миллер, знакомьтесь. Всем привет. Ждали нас с самого... С утра, наверное, да, можно так сказать? С 5 утра ждем. Приехали мы в поселок... Как называется поселок? Малакановский. Малакановский. И вот сейчас пойдем кушать.
Завтра нас ждет интересный репортаж животновода, труженика, любителя своего дела. Завтра мы познакомим вас с хозяйством. Будет круто.